На годиннику 16-та це означає, що ми у прямому ефірі. Яким був його ранок 8 січня? Чому він змінив дату виліту з Тегерана та уник фатального рейсу? Епоха бідності закінчена. Рекордне збільшення зарплат чиновникам. Я повний профан в економіці. У мережу злили прослушку наради Гончарука. Чергова спроба легалізувати гральний бізнес. Чи зможе Зеленський перемогти ігрову мафію? Представляючи Україну, вона вже отримала десятки нагород на різних міжнародних конкурсах та виграла запис пісні на європейській студії. Я, Марина Шевлюга, вітаю вас у студії. Це програма «Важливо про». І хочу нагадати нашим глядачам, що впродовж години ви можете телефонувати нам у студію за телефоном 0800 50 13 66. Дзвінки безкоштовні. Андрій Бузаров – політичний аналітик, адвокат, правозахисник, публіцист, журналіст, міжнародний оглядач, а також теле- та радіоведучий, кандидат філософських наук, випускник дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України, член Національної спілки журналістів України, член Громадської ради при Комітеті у закордонних справах Верховної Ради України. Пане Андрію, ми вам вітання. Здравствуйте. Розпочнемо з жахливої трагедії, яка сталася 8 січня, сьогодні рівно 9 днів. Скажіть, будь ласка, ви людина, котра не сіла на цей рейс і уникнула цієї жахливої трагедії. Чому ви опинилися саме в Тегерані і взагалі яким був цей ранок? Я ще раз хочу воспользуватися ситуацією, ефіром виразити соболезнування родним, знайомим. Всех погибших, я считаю, это трагедия для Украины, для Ирана и для всех тех стран, граждане которых находились на борту и погибли. Дело в том, что я изначально, так получилось, что должен был лететь на конференцию, и меня еще в декабре пригласили на конференцию, когда не было ни убийства Сулеймани, не было вообще вот этого обострения, которое произошло до конференции. И, честно говоря, когда убили 3 января генерала, я почему-то думал, что конференцию отменят. Но иранская сторона говорит, приезжайте. Открыли мне визу, несмотря на то, что очень сложно было открыть визу, и был день траура. 4 числа я получил визу в посольстве и сразу же пошел по старинке, на самом деле, в офис МАУ. Не через интернет, не через агентство посреднические, а напрямую в офис МАУ. И вот это один из тех факторов, который меня спас. И когда я пришел в офис МАУ, я попросил работницу Марину Романюк оформить на 8 число, на день катастрофы, как оказалось потом, вылет обратно, поскольку мне надо было побыстрее приехать в Киев, и, честно говоря, я не очень хотел задерживаться, потому что ситуация обострялась. Но Марина, когда начала оформлять, в ходе оформления мне говорит, возьми на 9 число, потому что дешевле рейс. Я говорю, ну мне не надо дешевле, я хочу пораньше уехать, чтобы не попасть в какой-нибудь замес. И я написал прямо из офиса МАУ, я выложил эту переписку в Инстаграме и в Фейсбуке организаторам. Насчет даты, они все равно говорят, бери на 8, потому что мы тебе не будем оплачивать еще один день пребывания. Как відчували что-то. Да, и я говорю, ну, делайте на 8 все равно. А Марина говорит, давай 9, потому что 8 будет самолет забит, тариф $270-$250 дороже, потому что это стыковочный рейс, и будут иранцы лететь в Канаду, и будут идти через Киев. Поэтому вот после 30-40 минут, наверное, больше всего, что все запомнили, весь офис помнит, как это выбирали 8 или 9, то 10-го, кстати, не было самолета. И я на этот же борт должен был лететь 9 уже числа, взял вот 4 числа билет. И когда в день катастрофы, о которой вы говорили, вот самое вот это утро, отвечая на ваш вопрос, я проснулся в 6:30, я еще не знал, что самолет упал 15 минут назад. Первое, что я сделал, я зачекинился на этот же борт 792, но на следующий день. Но я же не знал, что он, естественно, уже упал. И это тоже уже потом я выложил. А потом, когда приехал в 7 утра, в 7:12, наверное, в 7:15, мой друг иранец за мной, чтобы я поехал на экскурсию, мы специально на утро договорились, потому что в Тегеране очень сильные пробки. Там нужно час-два выезжать только из этих пробок. Он показал мне социальные сети местные. И люди, которые живут в городе Парант, где упал самолет, они просто фотографировали последствия и выкладывали их в местные сети. И он говорит, смотри, что-то произошло. Говорят, что упал самолет, и вроде как украинский, и вроде как он поврежден. Еще никто не говорил о том, что он там сбит чем-то, о том, что погибший. Это через там 20-30 минут начали все говорить.
говорить. Поэтому изначально это был большой шок, и ты прекрасно понимаешь, что ты мог оказаться. Но еще больше шок был, когда я увидел фотографии, которые никто не публиковал, их нет в сети. Но я общался в тот день с людьми, которые были на месте трагедии. Вот когда я увидел фотографии тел, то тогда ты понимаешь, что могло произойти с тобой. То есть последствия страшной этой трагедии, поскольку самолет был заполнен горючим, и вы представляете масштаб взрыва. Поэтому вот ти, коли все це бачиш, ті послідки ти по-другому переоцінюєшся. Тобто ви переосмислили своє життя за ці дні? Без сумнення, я ще більше став к себе требовательним бути в время таких поездок і к своїм знакомим. Тепер я завжди всім рекомендую перед тим, як куди-то поїхати, изучать общественно-політичну ситуацію, находить связи к посольству Украины, если вы едете в соответствующую страну, контакты с посольством, с местной диаспорой, брать с собой всегда запас денег и, естественно, чтобы контакт какой-то через интернет был. Вот эти все факторы, они мне помогли потом выбраться, потому что я не мог предвидеть факт сбития самолета, но я предвидел факт ухудшения ситуации. А взагалі як була обстановка в цей день в Тегерані? Она была спокойная, но были беспрецедентные меры безопасности. То есть я сам родом из Украины, да, у нас тут постоянно ситуация сложная на Донбассе, постоянно какие-то мероприятия. Но то, что я видел там, когда были вертолеты и военные охраняли вот эту всю процессию похорон Сулеймани, я понял, что это очень серьезно. Да. Но было спокойно, паники никакой не было. Иранцы очень люди такие спокойные, сильные. Поэтому в целом атмосфера была довольно спокойно. И, честно говоря, на самой конференции мы как раз обсуждали со всеми ведущими иронистами мира ответ Ирана, какой он будет. И мнения разделились. Одни говорили, что ответ будет, но не публично, не такой, как обстрел американских баз. А другие говорили, что ответ будет, потому что народ этого требует. И действительно, часть иранского общества, когда вышло вот эти миллионы людей, они требовали мести, они искренне требовали мести. Поэтому тут все так... А чому Іран відреагував лише на третю добу? Чому? Це через те, що світові вже лідери почали казати? Я думаю, що вони вот дождались похорон, окончання похорон Сулеймані, всіх моментів, коли американці взяли на себе відповідальність. Ви ж розумієте, що тут все було зроблено не так, як звичайно. Це не перший генерал, іранський убитий в Персидському заливі. Просто ми в Україні мало за цим слідимо, я за цим сліджу багато років. И генералов там убивают периодически, и иранские генералы гибли в Сирии, но никто ответственность не брал, понимаете? А когда ты ради политического пиара берешь на себя ответственность, то это ты приказал его убить, то это по-другому воспринимается общество. Можно ведь было убить, грубо говоря, но об этом не пиарится. Была спецоперация, иранцы сами сказали, что это американцы, скорее всего, убили. А тут все было так сделано, что еще не успели труп его забрать из Ирака, генерала, а уже Трамп сказал, что он дал приказ убить. Убили не только его, этого генерала, убили еще высокопоставленного генерала иракской армии, просто об этом не говорят открыто. Его тоже труп привезли в Тегеран, и тоже с ним прощались, и убили еще 10 человек с ними. Это все мученики были для иранцев. Понимаете, вот эту атмосферу нужно понимать. Поэтому это людей разозлило, и это объединило часть иранского общества, даже тех, кто противники были политической системы Ирана, критикуют, они требовали какой-то мести американцам. Говорят, зачем это было делать? Поэтому, если бы, вот вы как раз отвечаете на вопрос, почему именно вот через три дня, я думаю, что все хотели быстрой какой-то мести. А чому Украина сомневалась? Еще раз. Чому Украина сомневалась? Вы, как международный аналитик, взагалі, как адвокат, тут ваше взагалі враження и чому? А вы мне тут сомневались в части чего? Ну, взагалі, выступили все про влучення ракети, про вибух. А, после ви маєте? Так, а взагалі, да. У нас всі мовчать. Смотрите, я був єдиний чоловік, який був гражданин України, скажімо так, журналіст, який був в посольстві дважды в той день. І я вечером пообщався з послом, з нашим послом Сергієм Бурделяком. Він очень-очень много зробив для того, щоб вияснити причини трагедії, наладити співпрацю з іранською стороною. Я все це бачив. Це колосальна була робота. Наше посольство на високому рівні зробило, хто би що не говорив. Я свідетель цього всього. Понимаете, яка ситуація? Тут я думаю, что когда произошла эта трагедия, насколько нам известно, уже между собой связь была между МИДом Ирана и МИДом Украины. И, наверное, я думаю, связь была на высшем уровне. Я думаю, что после того, как наша делегация ночью приехала, в ночь с 8 на 9, большая очень делегация, и они
утром же рано поехали на место трагедии, я думаю, все прекрасно понимали, что он не сам упал. Хотя в первый день говорили, что технические ошибки. Но, наверное, пока никто не мог объяснить одну простую вещь. Когда самолет упал, в первые 2-3 часа, вот после этого всего, очень много было фотографий, да, ракеты, возможно, или остатков ракет. Нюанс был в том, что те люди, которые публиковали эти фотографии, не могли объяснить, почему ракета попала в украинский самолет. И когда мне задавали украинские СМИ вопрос, я эксклюзивно давал видеовключение для многих СМИ, прям буквально первые часы трагедии, то мне говорили: Андрей, ну там же обстрел был американских баз. И я как бы по логике, когда узнал, сразу подумал, так, наверное, попала случайно ракета в украинский самолет. Но проблема в том, что ракеты запускались по американцам не с территории Тегерана, а с территории, которая далеко от Тегерана. Это ирано-иракская граница, 700 километров. И последняя ракета, которая запускалась по американцам, она запускалась примерно, по данным CNN, в 2:45. Это я сам зашел, посмотрел. А наш самолет с опозданием взлетел где-то в 6 утра. То есть время не синхронизировано. Поэтому то, что его сбили, как бы было логично, но то, что его сбили теми ракетами, которые по американцам стреляли, было нелогично, и никто не мог объяснить. Это потом уже, когда люди военные подключились, они сказали, это остатки, возможно, ракеты ТОР. Но никто не мог понять, зачем было сбивать украинский самолет. И если всю ночь вылетали украинские самолеты из этого, не украинские самолеты, а другие самолеты из этого же аэропорта. Два летака еще было. Да, беспрепятственно. Я лично в тот же день провожал экспертов из гостиницы, которые летели через Turkish Airlines, через Lufthansa, через другие. И этим же маршрутом самолеты летели, никто их не сбивал, и после никто их не сбивал, естественно. Тут цікаво, що наш борт, він спізнився. Да, і він же вилетів невчасно. Это один из аргументов, который я привожу, когда говорю о том, что я не верю в случайность этого всего. Я не верю в то, что это сознательно власть Ирана сбила. Ну, это глупо, во-первых, потому что Иран и так находится в очень сильной изоляции. Во-вторых, у нас отличные отношения с Украиной. И уже много там иранцев было. Да, и совершенно это еще один аргумент. То есть много факторов, которые указывают на то, что точно иранское руководство специально не сбивало. Но когда говорят, что это была случайность, у меня возникает вопрос. Первое, самолет наш задержал. И его ждали, такое ощущение складывается. Во-вторых, он летел по направлению к базе, и было две ракеты, да. Это очень важный фактор. И первая ракета сначала вывела из строя кабину, и погибли пилоты, поэтому они не могли передать сигнал СОС. И вторая ракета уже попала в вторую часть. Такое ощущение, что его добивали. Но тут должны быть военные эксперты, которые должны объяснить, почему две ракеты было. И самое интересное то, что я думаю, что цель видна была, какая она, ну, исходя. И они должны были связаться, сказать, вот, кто вы и для чего. Этого не было сделано. Поэтому, я думаю, две ракеты и обстоятельства указывают то, что самолет целенаправленно хотели сбить. Знали об этом, не знали, гражданские, я не готов говорить. Но ответ на все вопросы даст доступ к тем, кто нажимал кнопку. Вот имеют ли украинские наши власти доступ к человеку, который нажимал кнопки, имеет ли доступ украинские спецслужбы сейчас к человеку, который нажал кнопку, или к тому, кто дал приказ? И я сомневаюсь, потому что только общение с ним поймет, ответы даст на мои вопросы. Хоча голова международных авиалиний Украины Євген Дихне, він також дав коментарі, він переконаний, що в авіатрощі винен саме той, хто не закрив простір над Іраном. Хто це мав зробити, Іран чи взагалі Україна? Ну, Украина не могла никак закрыть авиационное пространство, потому что не было предпосылок. Взагалі наказ дає Иран. Да, смотрите, до атак, вот до американских вот этих иранских выяснений отношений, предпосылок, я считаю, для закрытия пространства не было, потому ну, что ша ж, никто, за три доби вже. Это их разведка, наверное, знала о том, что какая-то будет месть. Это их отношения. Хоча весь світ спостерігав, що там ситуація загострюється, нас же насторожити це було, ну, я считаю, что мы должны были принять решение о закрытии, да, после того, как обстрел произошел. Но тут трагическое стечение обстоятельств. Последняя ракета попала в американские базы в Ираке в 3 часа. Наш самолет взлетал даже в 5:20. Это физически нереально было отменить все это.
Вот. И после того, как уже самолеты украинские сбили, тогда начали отменять рейсы. Поэтому тут закрытие воздушного пространства со стороны Украины было нереальным. Вот по поводу Ирана, тут тоже вопросы возникают. Будем сподіватися, що це питання буде якось потроху вирішуватися. Надеюсь. Пане Андрію, хочеться з вами 5 хвилин залишилось поговорити про вчорашні події. Дуже цікаво. Що відбувається у Верховній Раді, у Кабінеті міністрів? Взагалі це якесь диво. Я, знаєте, я вчора от був на очень... Я навіть не хочу повторювати, що сказав наш прем'єр-міністр. Смотрите, я був на українському вчора шоу, очень такому звісному, да, і якраз це опублікували в онлайні. И я когда посмотрел переписку, без анализа, честно скажу, без анализа, первое, на что я обратил внимание, это использование слов. Люди говорили о том, что гривна была в начале года слабее. То есть вы считаете, что это монтаж? А после выборов, они говорят, гривна стала сильнее. Это речь идет о прошлом годе. То есть запись была в прошлом году записана. Мне кажется, что кто-то ее держал. И когда у Зеленского плохое состояние было после Омана, вы представляете себе, никто не может понять, зачем он в Оман летел, еще и после Ирана, кто-то ему это передал. Для того, чтобы... Все же понимают, что у Гончарука час уже вычерпан. Уже не один политолог, не один народный депутат приходит и про это говорит. На второй день после избрания нашего правительства я сразу сказал, что его нужно переформатировать, потому что там, это мои личные уже вопросы. То есть, возможно, такая версия, что его просто зливают наразі? Не думаю. Мне кажется, что он полным распоряжением, полным доверием пользуется Зеленского. И вот тут интересно, почему. И даже вот такой скандал, он не повлияет на их отношения. И вчера я сделал прогноз, что Гончарука не уберут, его не убрали. Но его не могут убрать, так? Вы как юрист-адвокат. Как адвокат, это первый аспект. То есть он на разе, если его прибрать, то он сам должен написать заяву? Теоретически, я думаю, офис президента при желании найдет юридическую зацепку, как можно, скажем так, аккуратно избавиться от премьер-министра с точки зрения его увольнения. Но я вижу, что между Зеленским и Гончарком есть полное доверие. Более того, вот смотрите, там неприятные вещи были морально, да, в отношении Зеленского. Но посмотрите, кто работает в правительстве. Там половина людей, это представители, которые дерьмом, извините за выражение, обливали всю команду Зеленского. Они интегрированы сейчас в правительство. То есть я думаю, что если кто-то приносит и говорит Зеленскому, смотри, вот за твоей спиной кто-то говорит, Зеленский на это не обращает внимания. Почему? Хороший вопрос. Потому что лично у меня претензий к этому правительству очень много. Я могу прям по отдельным министерствам идти. Но какие-то сакральные отношения существуют между Гончарком и Зеленским. Возможно, кто-то там в окружении Зеленского, возможно, извне, нужно все факторы учитывать, активно лоббирует кандидатуру Гончарука, чтобы он остался. Тем более, смотрите, по земле еще до конца вопросы не решены. Все, что они задумывали, без правительства Гончарука очень сложно будет сделать. Поэтому я думаю, что еще полгода карманшу у Гончарука будет, а может быть и больше. И останнє запитання також свіже. Це заробітна платня. Взагалі, ваша реакція на ці підвищення? Очень такие вопросы, ну, на них без смеха, без юмора очень сложно реагировать. Это ненормально, когда лекари, вчителі едут с зарплатной, когда они пересічному українцю поднимают зарплату на 550 гривень, а сами отримують 250 тысяч. Полностью согласен. И кажут, что это борьба с коррупцией. Это не борьба с коррупцией, я считаю, что это все необоснованно. Я не понимаю, какими мотивами они руководствуются, почему они вот такую позицию занимают. Я согласен, что должна быть справедливая какая-то зарплата у министров, да, я согласен. Но тут разница социальная не должна быть между теми верстами населения, которые не имеют таких зарплат. Поэтому, мне кажется, правительство необдуманное решение в этой части принимает. И это очевидно для абсолютного большинства аналитиков и граждан Украины. Вы как аналитик, скажите, пожалуйста, какая будет политика Зеленского в этом году? Я думаю, что он будет пытаться решить две главные проблемы. Это прекратить огонь на Донбассе. Именно прекратить огонь на Донбассе. И второе, найти пути экономической стабилизации ситуации в стране. И то, о чем говорил, честно говоря, Гончарук. Вот это экономичное вот диво? Да, так называемое. Я думаю, это будет очень сложно сделать, потому что ему нужно будет Зеленскому выбирать. Либо МВФ, либо что-то свое. Что-то свое как? Землю продать. Землю если продать, она по дешевке будет идти. А МВФ очень сложные условия выдвигает для Украины с точки зрения взаимодействия. Поэтому придет время, когда Зеленскому и его экономистам, кто там советует, нужно будет принимать какие-то главные решения по экономике. Война-то понятна,
политика понятна внешняя, там разборки, но вот вопрос экономический, он беспокоит меня и вас, всех он беспокоит. Случайно. И бедность. Тут, да, и как они, какую они стратегию выберут. Я бы не хотел, чтобы эта стратегия была, давайте быстро все продадим и будем жить. Вот этот подход опасен для страны. Хто б йому ще дав нараду, щоб не втрачати подалі свій рейтинг, що зробити з урядом. Дякую дуже. Согласен. Дякую, що завітали нас. Пане Андрію, дай Боже вам і ангела-охоронця, і надалі. Спасибо. Нагадую, що гостем нашої програми була людина, яка не сіла на фатальний рейс Тегеран Київ. Це політичний аналітик, це юрист, це адвокат, це Андрій Бузаров. Наш ефір триває, зустрінемось одразу після коротенької реклами. Не перемикайте.